На международной промышленной выставке «Иннопром» губернатор Сергей Морозов подписал соглашение о сотрудничестве с директором компании Solar Asia Балраджи Викраманом. Документ предполагает создание логистического маршрута. Через него производители Ульяновска смогут отправлять свои товары в Узбекистан. А Узбекистан, в свою очередь, также сможет отправлять груз в наш регион. На базе портовой особой экономической зоны будет открыт межрегиональный распределительный центр. В будущем стороны планируют создать прямой контейнерный поезд.